Онлайн-соревнования по челночному бегу среди воспитанников детской и юношеской спортивной школы номер 3 посвящены 30-летию независимости Республики Казахстан. Возраст участников от 11 до 16 лет. По условиям ребята должны пробежать 10-метровое расстояние 3 раза. Победители определялись среди девушек и юношей по возрастным категориям. Участие приняли и воспитанники школ в сельской местности. По итогам соревнований лучшие результаты показали Саддам Максуд, Расул Рахметов, Ералы Мубараков. В поселке Солнечный – Ельдар Сандыбай, Мухаммад Жастреков и Гульнас Пардабаева. В поселке Шидерты – Ерсултан Серикжанулы и Наргиза Зарлыкова. Роза Шалабай из села Баед, Анастасия Нигу из села имени академика Алькея Маргулана и Диана Ликерова из села Бескауга. Все они награждены грамотами и денежными призами.